Продолжаем открывать блоки артефактов. Блок номер 2. Первый блок был достаточно средним. Эта коллекция нас приучила к тому, что надо радоваться уже присутствию патча какого-никакого в блоке. Но все-таки хотелось бы большего, чем патч. Одноцветный, многотиражный, достаточно заурядного новичка. Возможно, этот блок принесет нам что-то интереснее. А номер я не сказал, конечно же. Посмотрим. 2047-500, как и было заявлено. Не очень хорошо видно. Вот так вот должно быть лучше. На 500 заканчивается. Так, первый пакет второго блока. Еще раз всем удачи. Всем, кому не очень повезло с первым блоком. Всем, кому повезло. Кевин Шаттенкирк, Сент-Луис Блюз. И сразу Джерси. Это Райан Гетслов, Анахайм Дакс. Не первая уже карта Анахайма. 125 экземпляров тираж. Номер карты 86. Это у нас Райан Гетслов. Анахайм Дакс. Параллелка базы. И третья карточка Люк Шен из Филадельфии Флайерс. Пакет номер 2. Базовые карты Матрид. Снова Филадельфия. Сразу автограф. Тревор Льюис. Представляет он Лос-Анджелес Кингс. Тревор Льюис. Лос-Анджелес. Еще две карты. Это Яромир Ягр, Бостон. И Томаш Плеханец, Монреаль. Пакет номер 3. Смотрим, что тут интересного. Патч, что ли? Нет, картонка. Итак. С Дэна Хара, Бостон. Илья Ковальчук, Нью-Джерси. Дэвилс пока еще на этой карте. И шестерная Джерси. Поздравляю, Эдмонтон Ойлерс. Получает эту отличную карту у нас. Кто ее получает? Панок. Поздравляю. Хоть и без патчей, но карта отличная. Райан Юджет Хопкинс, Тейлор Холл, Алиш Хемский, Джордан Эберли, Сэм Ганье и Магнус Паярви. Тундра Сиксес. 6 кусков, 6 разных игроков одной команды Эдмонтон Ойлерс. Отличная карта. Это вместо патча у нас было, насколько я понимаю, судя по описанию коллекции. Ну, может, еще будет. Надежда сохраняется. Райан Юджин Хопкинс, снова Эдмонтон. Мэтт Дюшен, Колорадо. Данкан Кейт, Чикаго. И четвертая карта. Новичок, тиражом 299 экземпляров. Куинтон Хоуден из Флорида Пантерс. Ну, Юбердо я бы больше обрадовался, конечно. Но имеем, что имеем. Клинтон Холден, пятый пакет. Смотрим, что здесь. Адам Хенрик. Нью-Джерси, Майк Грин. Это у нас Вашингтон, Майк Гартнер. Пошли похожие пакеты с прошлым блоком. И Робин Леннер, хотя бы... Нумерованные карты отличаются от Тава Сенаторс. Робин Леннер. Номер карты 701 из 999. И начинаем вторую стопку. Пакет номер 6. Тут у нас Майк Рибейра из Вашингтона. Мацунгин из Торонто. Джей Боумистер, Сент-Луис Блюз. Музыка всяких. И... Джаред Коуэн, сборная Канады, номер карты 999, тираж 999, номер 85. Это у нас Джаред Коуэн, Оттава Сенаторс. Пакет номер 7. И в нем мы видим Клода Лемье снова.
а также Вячеслава Войнова. Ну, повторяются, да, много повторок будет. Джейсон Спеца и новичок. Redemption новичок. Нью-Джерси Девилс. Уайлдкарта. Ну, по моим прикидкам на данный момент... Вот у меня тут списочек есть. В Нью-Джерси ни один новичок не дебютировал в этом сезоне, к сожалению. Ну, возможно, кто-то дебютирует, но все равно кто-нибудь будет. Из прошлого сезона возьмут новичка. Вот, ну, не скажу даже, кто чисто гипотетически может быть на этой карте. Но поздравить можно обладателя Нью-Джерси. Это у нас Морпех Рус. Какую-то карточку вот он получит. Может, кто-нибудь зажигать начнет с завтрашнего дня в Нью-Джерси. Из новичков вдруг из того ни с сего. Всяко бывает. Дейл Хаверчак, Виннипег Джет. Снова была такая базовая карта. Сент-Луис Блюз, Дэвид Перрон, Джерси. Две нумерованные Джерси у нас в блоке было. Вот приходится таким вещам радоваться. Вот он, Райан Гетслов был. Дэвид Перрон, 125 экземпляров. Номер карты у нас 117-й. Сент-Луис. Также поздравляю. Милан Хейдук тут еще из Колорадо. Два пакета осталось. Что мы ждем? Что мы ждем? Патч ждем или не ждем, не знаю. Смотрим. Там у нас параллелка. Похоже, Джо Сакик, Колорадо. Джонатан Тейвс, Чикаго. Майк Ричардс, Лос-Анджелес. И Томаш Плеханец, Монреаль. 85 экземпляров, сапфирная параллелка. Томаш Плеханец, Монреаль. 7 из 85. Такая вот карточка. И последний пакет. Там должен быть новичок, если мне память не изменяет. Смотрим, Марио Лемье начинает. Пакет, сам очень есть ветеран. Оливер Экман Ларсон, Феникс, Майкл Фролик, Чикаго. И новичок Марк Писик из Баффало Сейберс. Номер карты 711 из 999 Баффало. Ну, хотя бы перекоса нет в сторону одной из команд. Не знаю, чему радоваться. Радоваться надо Эдмонтону, допустим. Шестерной джерси. Итак, следующий блок. В этом видео будет два блока. Номер его 2042-799. Так вот, более-менее что-то видно. 799. Ну, хотя бы не совсем пустой блок. Как-то соответствует заявлению производителя. Шестерная джерси вместо патча заявлялась. Ну, также вместо патча заявлялся Redemption автограф новичка топового. Вот его бы очень неплохо было найти. Пошел бы он на рандом, но тем не менее, это в любом случае китовая карта. Чуть ли не лучшее, что можно достать из блока. Итак, блок номер 3 из 4. Половина брейка почти уже состоялась. И первый пакет третьего блока Дани Бриер открывает из Филадельфии. Далее идет вратарь Крис Осгуд. Детройт Ред Уинкс. 855 из 999 номер. Крис Осгуд. Следующие две карты это Алекс Тангуэй из Калгари и Ник Фолиньо из Коламбус Блю Джекетс. Так, ты пока складывать буду в общую отдельную стопку. Пакет номер 2, Дастин Браун. Это у нас Лос-Анджелес, Дэвид Перрон. Это у нас Сент-Луис, Крис Летанг, Питтсбург. Две рекламки, одна рекламка и патч. Тео Флери мы не видели. Четыре карты базовые. И пятая карта в пакете. Харальд Снепс, Детройт, Ред Уинкс. Патч, к сожалению, опять одноцветный. Ну что же вы ложите в блоки-то, люди? В Северной Америке. 75 экземпляров тираж карты. Номер карты 60. Харальд Снепс, Детройт, Ред Уинкс. Ну и скучные куски. Что же это такое? Ну, за Детройт можно порадоваться. За коллекцию. Во что превратили артефакты? Радоваться уж вот точно не стоит. Ну, спасибо за более-менее хитовые карты в каждом блоке.
Скоро этому начнем радоваться. Эрик Линдрос, Даллас Старс. Далее идет автограф Брэндон Нэш. Представляет он Монреаль Канадиенс. Брэндон Нэш. Команды достаточно разные представлены. Хоть этого порадует Сидни Кросби, Питтсбург, Идри Даути, Лос-Анджелес. Картонка нужна. Далее смотрим. Пакет номер 4. Автограф у нас был, Паджи был. Дион Фанюф из Торонто. Ну, хоть что-то двухцветное. Даже два двухцветных куска на ненумерованной карте. Тундра Тандемс, Чикаго Блэк Хоукс, Дан Конкейт и Кори Кроуфорд. Два двухцветных куска. Вот тут немного красного есть, тут немного белого. И получаем мы отличную джерси-карту. Лучше всяких патчей на вид. На самом деле, по крайней мере, тех, которые сегодня мы видели. И у нас тут неплохой пакет-то. И плюсом идет рубиновая параллелка. Дастин Браун, Лос-Анджелес, Кингс. 11 у нас будет интересных карт. Если не увидим мы пустой пакет, я уже ничему не удивлюсь. Может, патчем еще порадует нас Апердек каким-нибудь неодноцветным. Милан Лючич, Бостон. Джейсон Лемарье, Монреаль Канадиенс. Маркус Нестлунд, Ванкувер. И Владимир Тарасенко, Сент-Луис Блюз. Параллелка. Карты новичка 299. Тираж 280. Номер карты. Владимир Тарасенко, Сент-Луис. Наши хотят пошли. Сможет ли этот блок претендовать на звание лучшего на данный момент? Хотелось бы для этого еще что-нибудь веселенькое увидеть. Смотрим. Так, это надо. Запечатанный пакет какой. Что там будет? Будет там Рон Фрэнсис пока. То, что точно видно. Ну-ка, не хочу я карты повреждать. Рон Фрэнсис из Хартфорда, а также Алекс Овечкин, Вашингтон, ничего интересного, Джимми Алексяк из Далласа, новичок, 595 из 999, где что-то интересное, там уберем картонку и посмотрим еще на две базовые карты, Павел Буре, надо же, два игрока, закончивших карьеру, члены Зала Славы, Рон Фрэнсис и Павел Буре. Базовые карты. Так, что мы еще ждем? Сборной Канады у нас не было в этом пакете. Еще должна быть джерси, если не ошибаюсь. Патрис Бержерон, Бостон. Майкл Камальери, Калгари. Патрик Хорнквист, Нэшвилл. И Зак Бойчек. Зак Бойчек, сборная Канады. Номер карты 150. Из 999 представляет у нас Зак Бойчек, Нэшвилл Предаторс. Еще одна карта Нэшвилла. Вслед за базовой. Хитов-то пока не было. Заклеенные пакеты. Осталось у нас два пакета нераспечатанных. Это 8-й, еще будет 9-й и 10-й. Николас Лидстрем, Детройт, Уэйн Грецки, Лос-Анджелес. Игроки хотя бы неплохие. Патрик Марло, Сан-Хосе Шаркс и Redemption автограф. Это Феникс Койотис. Redemption карта. Лукас Лессио, по моим прикидкам, должен тут быть вратарь Феникса, дебютировавший в этом году. Может, будет он, может, кто-то еще засветится в Фениксе. Хорошо себя проявит за оставшееся время до того, как будут определены игроки на этих картах. Пока будем считать. Так, Натан Хортон, Бостон. Далее Джейми Макбейн из Каролины. Далее идут картонки. И Frozen Artifacts, Пол Штясны, Колорадо Эвеланш. Опять два одноцветных куска. От джерси мы большего и не ждем. Пол Штясны, Колорадо. И последний пакет в этом блоке. Последний пакет третьего блока. Смотрим.
Джастин Уильямс, Лос-Анджелес. Александр Барроуз из Ванкувера. Далее идет Максим Телбо из Филадельфии. И Дрю Стаффорд, Баффало Сейбрс, нумерованная параллелка. 54 из 99 номер, Дрю Стаффорд. Такая вот карточка, такой вот блок. Достаточно веселый, но ждем мы лучшего. Надеюсь, четвертый блок наши ожидания оправдает. Уже совсем скоро. Небольшая пауза.